Добрый день. Слышно ли нас, видно? Слышно, видно, все хорошо. Замечательно. Отлично. Уважаемые коллеги, мы, наверное, будем начинать. Меня зовут Евгения. Еще раз здравствуйте. Я представляю фонд имени Миклуха Маклая. И сегодня с нами Артем Гарин. Это член молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая и сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Сегодня у нас будет вторая из цикла лекция в рамках проекта «Экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая». Я передаю слово Артему, а позже мы сможем с вами задать вопросы либо в чат, либо голосом, если они будут, и я с вами поделюсь видео коротким, которое поможет вам в подготовке к конкурсу. Артем, передаю вам слово. Да, благодарю за предоставленное слово. Рад всех приветствовать на сегодняшнем мероприятии, на сегодняшней лекции. Да, она будет у нас вторая по счету и будет как раз посвящена отечественным экспедициям на берег Маклая. А берег Маклая, как мы с вами помним, это северо-восточное побережье Новой Гвинеи. И сегодня как раз мы с вами поговорим о 70-х годах 20 века, которые стали действительно такой важной вехой в развитии отечественных исследований на Новой Гвинее, отечественной океанистики, то есть изучения океана, так как у советских этнографов тогда появилась возможность проводить полевые настоящие исследования впервые со времен Миклуха Маклая, то есть впервые за 100 лет на Новой Гвинее. И тем самым они также подготовили и плацдарм для более длительных исследований для будущих поколений. Естественно, стоит сказать пару слов о проекте «Экспедиция трех веков по следам Миклуха Маклая». Во-первых, благодаря этому проекту вы узнаете об истории отечественных исследований Новой Гвинеи в XIX, XX, XXI веках, а также вы сможете отправиться и в экспедицию в свою собственную, разработать свой проект экспедиции на берег Маклая. Я думаю, вы все уже готовы отправиться на Новую Гвинею, вы все уже пропитанный интересом как раз к этой земле, которую как раз изучал Николай Николаевич Миклуха Маклая в советское время и в современности. И вы как раз, возможно, станете тем самым поколением, которое продолжит вот эти многовековые отечественные традиции вот этих отечественных исследований берега Маклая. Ну, еще на рубеже 19-го, важно сказать, 20-го годов экспедиции русских ученых после экспедиции Миклуха Маклая в 1870-х годах, они в целом проводились все реже, а затем и вовсе прекратились. Был там, например, однажды русский ботаник Николай Любименко, но он там пробыл довольно мало и, в принципе, был проездом, но единственное, что отметил, что Новая Гвинея будет настоящим раем для ученых. То есть он сказал, вот может быть еще 100 лет пройдет, то есть это как раз наш 21 век, и Новая Гвинея станет тем местом, которое будет притягивать ученых различных областей со всего мира. И вот уже в середине 1920-х годов в СССР стали выдвигаться инициативы по научному исследованию новогвинейцев, океанийцев. Однако, как вы понимаете, были и политические перестановки, и социальные разные неурядицы. Затем и вовсе началась Великая Отечественная война. То есть, естественно, было не до исследований океана. Ну, естественно, уже в послевоенные годы продолжилось исследование Новой Гвинеи. В распоряжение Академии наук СССР тогда поступило судно «Витязь». Это судно совершало регулярные рейсы в Тихий океан, но сначала в северную его часть. Но после уже начало совершать и в южные широты свои экспедиции. Но все эти экспедиции в основном были океанологическими. То есть они изучали мировой океан, подводные течения, а не население вот этих регионов, в частности, не население Новой Гвинеи. Но все же это судно «Витязь» в 1966 году впервые прибыло на берег Маклая. Но они там заправились там топливом, взяли себе провизию, и, в принципе, на этом все ограничилось. А вот уже в 1970 году судно уже зашло на несколько часов на берег Маклая.
И даже, например, моряки установили на месте хижины Николая Николаевича, которая там была 100 лет назад, мемориал, посвященный как раз Миклу Хамаклаю. Ну и советским ученым-этнографам удалось посетить берег Маклая уже на следующий год, в 1971. И мне следует вам также напомнить, что у нас этнография — это наука, которая занимается изучением, это наука, да, которая изучает и описывает материальную и духовную культуру народов мира. И вот советские ученые запланировали открытие своей экспедиции на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев». Это было в 1971 году. И в этой связи, естественно, как чтобы подготовиться к экспедиции, в течение первых 5 месяцев перед экспедицией в Академии наук велась оживленная подготовка, напряженная к уникальной экспедиции. И неудивительно, что первым делом поднялся вопрос формирования команды, то есть кто войдет в состав экспедиции, кто станет ее начальником. Среди кандидатов были известные специалисты российские по этнографии народов Океании. Возглавил экспедицию этнограф Даниил Давидович Тумаркин. И, в принципе, в экспедицию также было решено отправить ученого, специализирующегося также на исследовании наследия Миклу Хамаклая на папуасах Новой Гвинеи Николая Бутинова. И вот собрали 2 специалистов. Кстати, вот здесь на слайде Даниил Давидович Тумаркин у нас. Собрали этих 2 специалистов, Даниил Тумаркин и Бутинова, и в Академии наук обнаружили, что в стране больше не было этнографов-океанистов, то есть специалистов больше нет на целую страну, только 2 человека. Даниил Тумаркин, например, уже тогда довольно далеко продвинулся в изучении трудов Миклу Хамаклая, в изучении его жизни, самой этнографии, но у него не было ни одного выезда в поле, то есть он не проводил полевых исследований напрямую вот в этом месте экспедиции. Естественно, прежде всего было решено включить в экспедицию этнографа-полевика, то есть уже опытного человека, который все это проводил. Естественно, критерии отбора были следующие. Ну, это понятно, это был довольно такой физически, морально крепкий человек, который при этом мог в довольно короткое время войти в курс дела и подготовиться к изучению вот этого широкого круга задач. То есть это довольно ответственная работа. И тогда выбор пал, например, на Владимира Басилова. То есть он, например, вообще занимался шаманством Центральной Азии, но при этом попал в экспедицию на Новую Гвинею. Еще один ученый-полевик, например, Михаил Крюков, он не только занимался Китаем, Юго-Восточной Азией, он при этом работал в институте как раз этнографии советской, которая до сих пор носит имя Миклу Хамаклая. Он еще и жил на улице, которая называлась в честь Миклу Хамаклая. Естественно, он говорил, как я могу отказаться тогда от экспедиции, если такие условия у нас, если так все совпало. Ну, в состав также экспедиции было решено включить и антропологов, и тех, кто занимался бы местным фольклором. Например, вот люди там, и, естественно, лингвистов. Как мы знаем, что во время своих экспедиций в 1870-80-х годах Миклу Хамаклай составлял словарики из слов вот этих изучаемых им народов. И чтобы продолжать вот эти традиции, естественно, брали лингвиста, человека, который будет заниматься изучением местных языков. Ну и целью экспедиции стало проведение вот этого всестороннего исследования образа жизни и культуры коренных жителей берега Маклая. А что у нас входит вот это изучение образа жизни, культуры? Это, естественно, изучение хозяйственного уклада, изучение, какая у них у папуасов была социальная организация, какая есть у них материальная культура, какая у них религия, какой у них фольклор, мифы, легенды, то есть какая у них система образования, есть ли она вообще. То есть ученые отправлялись спустя 100 лет после Миклу Хамаклая, и они не знали, осталось ли там все так же, как при нем, либо все-таки прогресс-то был. И сама экспедиция 1971 года, она была посвящена двойной годовщине. Во-первых, это годовщина столетия со дня первой высадки Николая Николаевича Миклу Хамаклая, а вторая — это как раз 125-летие со дня его рождения. Этнографический отряд в 1971 году состоял из 8 ученых.
к которому, кстати, также были прикреплены и кинодокументалисты, так как мы знаем, что Николай Николаевич Миклухо-Маклай, например, рисовал и таким образом запечатлел жизнь местных жителей. А советские ученые уже могли позволить себе и фотоаппараты, и видеокамеры. Поэтому, естественно, будете когда отправляться в экспедицию, будете отправлять свои заявки на конкурс, также важно все это учитывать. И вот экспедиция покинула Владивосток 17 июня 1971 года, и уже где-то в начале июля они были около берега Маклая. И прибыли вот как раз вот именно к тому месту, где 100 лет назад проводил свои исследования Николай Николаевич. И вот, представляете, они спускают шлюпку, то есть на корабле напрямую к берегу не поплыть, потому что там коралловые рифы, ну и довольно мелко. Они спускают шлюпку, советские ученые, вот как раз показан, и направляются к берегу. На берегу стоит толпа папуасов. И папуасы довольно хмуро и настороженно на них смотрят, и на вот эту приближающуюся шлюпку. Однако их настроение резко меняется, когда они слышат фразу «О таму, кае, куабатра симум», то есть «О люди, здравствуйте, мы с вами братья». То, что некоторые члены отряда экспедиции в некоторой степени могли знать местный язык, то есть представляете, где был Советский Союз, а где была Новая Гвинея, произвело на папуасов очень сильное впечатление. На этом языке, на котором советские ученые сказали, говорили только в деревне Бонгу. И, например, даже австралийские колониальные чиновники, которые иногда посещали эту деревню, они не знали этого языка. Они общались с бонгуанцами на токписине, это вот смесь английского и немецкого после колониальных времен, либо на английском. Да и всего на Новой Гвинее насчитывается аж 867 языков. А сейчас папуасы, ну они примерно не знают, что там 867 языков, но они знают, что их много, и они видят странных белых людей, которые говорят на их же родном языке. И, естественно, тогда уже советские ученые рассказали новогвинейцам, что они прибыли из Сталь, Маклай, то есть Сталь — это деревня, из деревни Маклая, потому что у них не было в языке слов, обозначающих страну. И, естественно, радость вот это и удивление папуасов, что самое главное, оно возросло еще больше. И ученые, естественно, уже получили расположение местных жителей, то есть бонгуанцы охотно отвечали на их вопросы, всячески им помогали. И уникальность вот этой подобной реакции папуасов, надо сказать, что она свидетельствует о том, что советским ученым уже не требовалось долго преодолевать вот этот психологический барьер, так как между ними и местными жителями, потому что 100 лет назад это сделал Николай Николаевич Миклух-Маклай. И вот в ходе 4-дневной полевой работы советские ученые установили, что бонгуанцы сохранили многие основные черты своей самобытной культуры, а в то время черты вот этой современной западной культуры, цивилизации, как бы они накладывались на вот этот традиционный их уклад жизни. Например, они также занимались земледелием, рыболовством. Там, например, они также использовали деревянные колы, деревянные лопатки, там, циновки — это такой настил из пальмовых листьев, посуду из дерева, из скорлупы кокосов. Но, например, они могли при этом слушать радиоприемник, у них уже были фонарики. То есть как-то вот эти вот современные черты, как вот современные предметы материальной культуры, быта, они гармонично входили в их привычный традиционный уклад. Например, в деревне появилась и начальная школа, и церковь, и, например, там были лавочки уже наподобие киосков. То есть, естественно, уже деревня проделала довольно большой шаг к своему развитию. И важно сказать, что у местных жителей также были в широком употреблении металлические топоры, то есть пилы, ножи, одежда европейского покроя. То есть, ну, они по-прежнему, кстати, ходили босиком, ну как же по-другому. Естественно, они использовали и керосиновые лампы. Но был случай, который свидетельствует вот о той памяти, которую сохраняют местные жители Миклух-Маклая. Например, когда представитель колониальной администрации попросил советских ученых не ходить группами и не устраивать никаких празднеств вот этого мемориала, который был установлен в 1970 году советскими моряками. А почему он это попросил делать? Не делать, точнее, потому что папуасы могли решить, что так как к ним прибыли люди из Сталь-Маклай, значит, если там будет празднество, они бы могли начать копать, чтобы найти сокровища, которые были присланы Николаем Николаевичем.
Ну, естественно, с каждым днем советские ученые все больше убеждались, что вот это пребывание в Вонгуме Клохмаклая оставило большой глубокий след в сознании местного населения. Например, здесь о нем узнавали с детства. Рассказы о Миклухмаклае передавались от отца к сыну из поколения в поколение. Детей называли Маклай. И предания вот эти о Николае Николаевиче, они стали важной частью местного фольклора. Вонгуанцы также помнили, например, что именно Николай Николаевич привез им первые стальные орудия труда, первые топоры, первые ножи. Естественно, эти исторические факты запечатлелись не только там в мифах и преданиях, но и в бонгуанском языке. То есть, например, в бонгуанский язык вошли несколько фонетически измененных русских слов. Это топор, это кукуруза, это арбуз, это бика, это бык. То есть, и кроме того, к местным названиям некоторых культурных растений, привезенных русским ученым, стало принято прибавлять еще его имя. То есть огурец назывался Дигли Маклай, а тыква вообще Валю Маклай. И особенно важно отметить, что каждый из советских ученых, это более такой уже практический момент, вот как раз так же может быть и в вашей экспедиции, они собирали материалы на берегу Маклая по строго определенной проблематике. Но попутно каждый интересовался более широким кругом вопросов. Например, вы занимаетесь сбором легенд, а ваш товарищ — сбором песен. И при этом вы заканчиваете сбор легенд, и при этом идете также собирать песни, то есть также перепроверять этот материал, чтобы как раз-таки подстраховать своего товарища и привести наиболее качественные как раз-таки моменты вот из своих экспедиционных исследований. Ну, естественно, в последний день уже пребывания этнографа в деревне тогда папуасы устроили им грандиозный праздник с песнями, танцами. И особенно яркой вот этой запоминающейся как раз была пантомима о первом появлении Миклухо-Маклая. То есть вот этот папуас, он изображал Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Ну и в 1971 году советскими учеными был собран богатый этнографический материал по культурам и обычаям коренного населения берега Маклая, а также дополнение ко всему еще и различных архипелагов и островов Океании. То есть надо понимать, что тогда советские ученые отправились как на Новую Гвинею, так, например, и на соседние Фиджи, так и на соседние Вануату. То есть экспедиция была очень объемная. И важно понимать, что экспедиция у нас — это как раз момент, когда вы собираете материал для своих исследований. То есть подготовки к экспедиции, вы к ней подготовились, провели экспедицию, собрали материал. Но этот материал еще надо обработать, и этот материал нужно качественно представить публике. Потому что вам самим важно знать, чтобы ваше исследование стало популярным как среди ученых, и как среди друзей широкого круга населения. Естественно, советские ученые поэтому выпустили и документальный фильм, и коллективную монографию, которая была посвящена как раз материальной культуре, языкам берега Маклая. Так что, естественно, вот и все этапы экспедиции, еще раз хочу подчеркнуть, крайне важны. То есть от подготовки, как само проведение экспедиции, так и подведение ее итогов. И вот в 1977, то есть спустя 6 лет, состоялся еще один вот этот экспедиционный рейс судна «Дмитрий Менделеев». И он также состоялся как на Новую Гвинею, так и в Океанию. И тогда в экспедицию опять же вошли этнографы, и зоологи, и ботаники, потому что на Новой Гвинее, естественно, всем найдется чего изучать. То есть даже если человек будет историк, он там найдет себе чем заняться. И целью экспедиции было как раз вот это продолжение изучения современных культурных особенностей жителей берега Маклая, то есть их хозяйства, их общественного строя, их там демографической ситуации, их религии, фольклора. И особое внимание уделялось социологическим исследованиям. Тогда экспедиция включала 5 ученых. Экспедицию опять же возглавил Даниил Тумаркин. И опять же к экспедиции были прикреплены кинодокументалисты, чтобы все это визуально запечатлеть. И перед тем, как попасть на берег Маклая, экспедиция посетила город Порт-Морсби, Папуа-Новогвинейский. А почему она его посетила? Потому что в 1975 году Папуа-Новогвинея обрела независимость. Поэтому, когда спустя 2 года туда прибыли советские ученые, они уже прибыли не в колонию, в австралийскую, они прибыли в независимое государство.
где уже был свой и премьер-министр, был свой парламент. То есть, естественно, это была уже целая страна Папуа-Новой Гвинеи. И советские ученые на этот момент как раз-таки провели в деревне 5 дней. И они проводили вот эти свои исследования по разным там полевым направлениям. Например, они продолжали выявлять легенды и предания Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Они работали над изучением, как, например, старые элементы культуры уживаются с новыми. Но наряду с традиционными вот этими всеми для этнографов методами полевой работы советские ученые впервые на Новой Гвинее вообще применили метод социологических исследований в виде анкетирования, то есть который тогда уже широко довольно применялся в СССР. Они разработали анкету. Эта анкета содержала 61 вопрос. И он был призван как раз, вот эта анкета была призвана выявить демографический состав жителей Бонгу, например. Какой у них уровень образования, как они знают английский язык, как они знают ток писин, то есть какая у них происходит миграция, почему эта миграция происходит, какое у них там отношение отцов к получению образования их детьми, например, как дети их выбирают профессию. То есть вся эта информация содержалась в анкетах. И вот благодаря этому ученым удалось собрать сведения о 63 бунгуанских семьях. И вот это анкетирование стало дополнением к традиционным методам полевой работы и позволило советским этнографам в условиях довольно острой нехватки времени, ну, то есть, понимаете, 5 дней — это не совсем много, получить более полное представление о социально-экономических и культурных процессах на берегу Маклая. Ну и более того, например, советскими учеными в 1977 году было установлено, что этническая группа Бонгу, то есть, как писал Миклух-Маклай, местные папуасы жили в деревнях Горенду, Бонгу, Гумбу. Но вот эта этническая группа, вот этих 3 деревень, она жила в еще одной деревне, которая была рядом, и эта деревня называлась Собанглю. То есть деревень было на самом деле не 3, а 4. Также советские ученые, например, увидели, например, местные школы. То есть в школах вот в этих, как мы видим, дети ходят, важно сказать, не с клыками там кабанов, не в ракушках, они ходят в обычной одежде. И вот в таких школах они получали образование первые 3 класса сначала на своем родном языке и плюс ток писини. Потом они получали образование, а после 3 класса они получали образование только на английском. То есть в таких школах велись те же предметы, как у нас сейчас, только на английском языке. Естественно, оно было образование, это качество каждый раз росло. Естественно, на Новой Гвинее открывались и начальные школы, и средние школы, а потом и вовсе университеты. Так что, естественно, детям было где учиться. Также советские ученые, например, зафиксировали важный элемент вот как раз-таки из сельского хозяйства жителей деревни Бонгу. Они, например, нашли сети растительных каналов, которые проходили по всем плантациям, по всем огородам папуасов. И когда были проведены опросы, то есть советские ученые спрашивали папуасов, мол, сколько, как давно у вас вот эта система растительных каналов? И папуасы отвечали, что с очень незапамятных времен, но почему-то вот тоже в дневниках как раз Николай Николаевич Миклух-Маклай в этом не участвовал. То есть всегда есть место открытий даже спустя 100 лет и даже спустя 150 лет после проведения экспедиции. Ну, естественно, дома папуасов строились, в принципе, преимущественно из местных материалов. Они также использовали для пищи либо кокосовую скорлупу, либо глиняные горшки, которые производились в соседней деревне тоже тысячелетиями. И вот все-таки ученые, в честь них опять было устроено празднество папуасов, то есть, естественно, советские ученые выполнили вот эту важную функцию, то есть они были и посланниками как раз-таки со стороны из Сталь-Маклая, то есть из деревни Маклая. Николай Николаевич Миклух-Маклай заложил традиции доброго отношения к папуасам. Советские ученые это продолжили, естественно, к ним, естественно, также было дружественное отношение. И вот после праздника советские ученые покинули Папуа-Новую Гвинею. Они зашли в Австралию и прибыли, например, также на острова Фиджи побывали и на Тонге. Но Тонга, это, представляете, это еще дальше, чем Новая Гвинея. Это вообще находится в Полинезии, то есть еще дальше. Но
На островах Тонга состоялась знаменательная встреча, например, с местным королем. А у него было интересное довольно увлечение, особенно для океанийцев. Он собирал русские балалайки. И поэтому начальник экспедиции Даниил Давидович Тумалькин специально приобрел ему в Москву концертную балалайку. И во время уже аудиенции у тонганского короля вручил ему вот этот ценный подарок, которым он, естественно, остался доволен. Я сам пытался тоже найти моменты, как он собирал вот эти балалайки, потому что действительно не совсем легко. То есть люди не сейчас могут знать, как даже отправиться на Тонгу, то есть как отправиться на Новую Гвинею. Но тогда уже местный король собирал балалайки. То есть интересно, как они вообще до него туда могли доходить, каким путем. И, возможно, когда-нибудь вы отправитесь туда в экспедицию и между делом, может быть, встретитесь с потомками как раз этого короля и как раз-таки спросите его, как он все-таки это делал, и также внесете свой вот этот вклад в историческое изучение этого процесса. Ну и вот так полевые работы советских этнографов 1970-х годов, они продолжили традицию изучения берега Макла и Океании в нашей стране. А традиции эти уходят, как мы знаем, уже к целому аж 19 веку. Ну, естественно, ученые как продолжили традиции, так и заложили основу для будущих поколений исследователей. То есть важно понимать, что если прежние ученые до вас заложили добрую основу отношения дружественных с местным населением, то, естественно, если вы продолжите ее, то ученым после вас будет еще легче проводить свои исследования. То есть, естественно, важно тоже заботиться о будущих поколениях, что и сделали советские этнографы. И вот дальнейший этап возрождения у нас российских исследований Новой Гвинеи, он начнется только в 2017 году. То есть, представляете, прошло сначала 100 лет, а потом еще 40 лет. То есть не было никого на Новой Гвинее. И сейчас эти экспедиции проводятся все чаще. То есть потом мы с вами на третьей лекции будем говорить об экспедициях 17-19 года. И, вероятно, уже вы как раз также продолжите вот эти отечественные исследования Новой Гвинеи. Хотел бы еще раз призвать всех пройти по ссылке, когда начнется конкурс. Это будет 1 апреля. В конкурсе вы сможете представить свои проекты своих собственных экспедиций. То есть рассказать, зачем, куда вы отправляетесь, зачем. То есть вы отправляетесь на берег Маклая, зачем, с какой целью, что вы с собой возьмете, какие результаты вы ждете от этой экспедиции, как она обогатит вот эту отечественную науку и даже мировую. Естественно, все это вы перечислите, и каждый из ваших заявок, несомненно, будет рассмотрено и Николаем Николаевичем, и мной, и прочими участниками жюри, поэтому это, на мой взгляд, прекрасная возможность как раз показать себя и предложить свое собственное вот это направление для исследований на Новой Гвинее. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И на этом о советских экспедициях мы с вами лекцию заканчиваем. В чате вы как раз можете увидеть фильм «Экспедиция трех веков по следам Миклух-Маклая», который рассказывает о советских экспедициях, то есть из первых уст. Причем это Даниил Давидович Тумалькин, руководитель этнографических отрядов. Вы сможете его послушать сами напрямую, и как раз его живой рассказ о вот этой экспедиции советской на берег Маклая. Также в чате, вот в Zoom, есть и сайт проекта. Ну и я с вами также, естественно, поделюсь документальным фильмом «Асель Туй, потомок Туя», от которого вы, как раз после просмотра которого, вы сможете от потомка того самого папуаса Туя, который стал первым другом Миклух-Маклая в XIX веке на Новой Гвинее, узнать, как живут папуасы, то есть как они жили как при Миклух-Маклае, как они живут сейчас. То есть рекомендую к просмотру все эти документальные фильмы, и они помогут вам лучше подготовить ваши проекты и в будущем уже быть готовыми к экспедиции на Новую Гвинею. Если есть вопросы, можете задавать в чате, можете задавать голосом по видео, так что с удовольствием на все отвечу. Большое спасибо. Мы все прослушали, нам было очень интересно. Ну, для вопросов дети еще вроде не созрели, поэтому вопросы можно, на данный момент... Можно на следующей лекции, то есть если вопросы возникнут, тоже ответим. И вот вижу вопрос, очень интересно, спасибо, а вы там были, хочется там побывать. Да,
На Новой Гвинее я побывал в 2019 году. Так выдалось, что побывать там дважды. То есть совершились экспедиции в 2017-2019 году. На берег Маклая там проводились отечественные исследования в области этнографии, лингвистики, экологии. То есть спектр исследований был большой. Но помимо и научных исследований, экспедиции включали в себя факт налаживания дружественных отношений между странами. Потому что мы должны понимать, что вот в современности ученые — это уже не только представители научного мира, но это, по сути, и дипломаты те же самые, которые налаживают гуманитарные контакты между странами и становятся вот этим мостиком между Россией и Папуа-Новой Гвинеей. Вот тогда, как раз побывал там дважды при реализации проектов изучения русского языка в Папуа-Новой Гвинее, там, то есть изучают русский язык, причем довольно с большим интересом. То есть, например, были люди, например, у которых не было компьютеров, не было телефонов, но они специально, чтобы учить русский язык, они работали и покупали себе определенную технику, чтобы как раз продолжать изучение языка. Ну и в целом языком дается довольно легко изучение, потому что в целом новогвинейцы знают по 4 языка. То есть это английский, это токписин. Английский и токписин являются государственными языками. Вместе с тем они знают язык своей деревни, и также они знают язык соседней деревни, потому что, естественно, общаться как-то надо, и поэтому изучение других языков у них проходит довольно плавно и интересно. А так, да, хочу вот тоже отметить со своей стороны, что очень много стереотипов есть о Новой Гвинее, то есть начиная от подготовки к поездке, то есть как Миклуха Маклая 150 лет назад меня отправляли тоже неизвестно куда. Хотя, в принципе, этой информации гораздо больше. И, как оказалось, люди там очень дружелюбные, очень дружелюбная атмосфера всегда создается, если, естественно, люди приходят к ним с миром. И при этом, при всем большой есть запрос на контакты с Россией, на образовательные контакты с Россией, на гуманитарные контакты с Россией. То есть им интересно, например, как живут российские школьники, как живут российские студенты. То есть, естественно, отклик большой и запрос на связь с Россией большой. И, естественно, изучение тоже русской культуры, поэтому стоит выразить надежду, что вот все больше и больше контакты между странами наши будут налаживаться. Да, спасибо за вопрос. А папуасы советским ученым что-то дарили? Да, они им дарили, например, местные идолы. Они также, советские ученые, собирали коллекцию предметов. Естественно, что тоже важно сказать, что папуасы и, ну, в принципе, новогвинейцы — это такой народ, который очень гостеприимен. То есть они, как и мы, у них такая вот традиция гостеприимства очень, ну, такая широкая. Они, то есть если к ним прибывают, например, экспедиция там с добрыми намерениями, еще и Сталь Макла, естественно, они окажут помощь, они при этом предоставят какие-нибудь украшения. Естественно, они понимают, что это нужно для научных целей. Поэтому с удовольствием всем этим делятся. И что важно, никогда не просят ничего взамен. Но, естественно, советские этнографы тоже подарили, так как папуасам свои подарки. Я вот только сегодня, например, видел фотографию, что советские ученые привозили с собой Новой Гвинеи. Это преимущественно и для кунсткамеры в Петербурге. Это был такой большой идол. Как раз таки местные, это были местные украшения, это были местные орудия труда. Так что, естественно, коллекция была собрана, и это неотъемлемая часть ваших экспедиций. Когда будете подавать заявку, тоже важно собрать какой или описать предметы материальной культуры и быта папуас. А есть ли еще какие-либо вопросы? Так, в чате вопросов не вижу. Вижу, да. Раз вопросов больше нет, спасибо вам большое, что... А, вот так, чем вашу группу угощали, что пили, что ели. А вообще, новогвинейцы, тоже, вы же понимаете, это люди, которые не едят столько белка, как мы. То есть они, у них потребление мяса гораздо ниже, чем, например, потребление растительной пищи. Ну, то есть овощи, фрукты,
И, естественно, когда мы прибыли на Новую Гвинею, в основном там сейчас кухня уже, ну, такая общемировая, общепринятая, но дома едят, естественно, домашнюю еду. Это также преимущество стоит из рацион из курицы, там, из зелени, из сладкой картошки, батата. Ну, это такая длинная картошка, довольно питательная. И вот по своему опыту могу сказать, когда был момент, когда решили все это попробовать, там было две вот этих картошки, батата, зелень, фрукты. И я посмотрел на все это, я думаю, ну, естественно, я этим не наемся. Я думаю, ну что тут овощи, поесть у нас овощей там, и все. Ну как бы это хватит довольно там на час, на два. И потом человек опять будет голодный. Но когда я это все съел, я понял, что я не могу это доедать, потому что это было настолько сытно. Но все-таки я доел, потому что это при этом и вкусно. Поэтому у них такая пища очень питательная, несмотря на то, что она даже и растительная. А пили, пьют они там, например, кокосы. То есть у них вдоль дорог продаются кокосы. То есть человек едет на машине на работу, говорит мне там один кокос, ему отрезают верхушку кокоса, трубочку или без трубочки. Кто как привык, он едет на работу там или пьет этот кокос. То есть вот такие у них сейчас отношения к еде, к пище. К британцам, ну, там местные относятся довольно неплохо. То есть, да, естественно, свежая история о колониальной, о колониализме, то есть об австралийском, и о британском, и о немецком колониализме. Но страна у них, как сейчас, так как это уже независимое государство, оно и конституционно у них, и ментально построено на уважение к другим нациям, к другим культурам. То есть они понимают на своем живом примере, насколько важно уважать культуру других людей, даже потому что у них самих культуры очень разнообразны. И то есть поэтому, когда у вас там говорят на разных языках, буквально в соседних деревнях, то, естественно, это отражается на их и на законодательстве, и на местном восприятии. То есть с британцем поэтому отношение такое же хорошее, как и к остальным, но к россиянам, естественно, отношение, оно всегда другое, оно всегда более специфическое, потому что никто не объединяет так наши страны и вообще на мировом уровне, на мировом масштабе, чтобы человек, россиянин, первый прибыл на берег Маклая, на северо-восточное побережье, и доказал миру, то есть доказал всему миру ученых, что нет людей высших, низших рас, как тогда считали некоторые европейцы, что папуасы — это что-то среднее между европейцем и животным предком. Нет, Николай Николаевич Маклай доказал, что они по психологическим своим признакам, по физическим, ничем они отличаются от европейцев, только цветом кожи, и все. То есть это такие же люди. И вот эта вот уникальная связь, то есть вот это, естественно, и благодарность со стороны местного населения, то есть в учебниках всегда написано, что вот Николай Николаевич Миклух Маклай — это человек, который показал всему миру, что мы такие же люди. И когда Папуа Новая Гвинея получила независимость, опять же, по местному радио шли передачи на основе дневников Николая Николаевича Миклух Маклая. И более того, в честь, когда страна получила независимость, к выходу, как раз к получению независимости был приурочен сборник дневников издания на Папуа-Новогвинейское издание на английском языке Николая Николаевича Миклуха Маклая. То есть отношения очень тесные, несмотря вот на это большое расстояние. Ну и, в принципе, как я уже сказал, британцам отношение точно такое же, как, например, и к индонезийцам, как и к австралийцам. То есть, в принципе, люди довольно дружелюбные. Вам спасибо за интересный вопрос. Так, ну раз пока в чате вопросов не вижу, спасибо вам еще большое за интересные вопросы. Спасибо большое, что приняли участие в сегодняшней лекции. Я знаю, идут каникулы, поэтому, естественно, всех вас благодарю за сегодняшнее мероприятие. Да, взаимно, я, естественно, тоже в восторге. Всегда приятно получать интересные вопросы от аудитории. Поэтому спасибо вам большое, всего доброго, и встретимся на третьей лекции, которая будет посвящена экспедициям 21 века. Благодарю за внимание.